Ну что, всех с Новым годом, с новым счастьем, всем здоровья, удачи, исполнения желания. Полина ко мне присоединяется. Видите, мы уже с ней почти на одном уровне. В одинаковых колпачках. Колпачки со звездочками. Всем привет! Мы, конечно, не знаем, поэтому давайте захватим с собой самое необходимое. Хорошее настроение вместе с улыбкой. И проводим уходящий год, не смотря ни на что. Успели, успели! Ура, 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 ура! Сегодня новогодняя распаковка с магазина Herb. Как раз мне такой новогодний подарочек повезло, пришло прямо накануне Нового года. Ну, не стало прям самый Новый год, естественно, заниматься этой посылкой. Решила сделать это чуть попозже. Но все равно новогодний подарок ждет меня здесь. Очень интересная посылочка. Давайте вместе быстрее ее распаковывать. И смотреть, что же там внутри. Ну и так, давайте смотреть, что же в этой интересной посылочке нас ждет. А ждет, смотрите, вот такой аромат-диффузор я заказала. Сейчас будем смотреть. Судя по всему, он находится вот в этой коробочке. Так, смотрите, значит, заказала, очень редко бывает в наличии, это вот такие витаминки, витамин С, здесь 500 миллиграмм, они идут с биофлавоноидами, то есть, если вы зайдете, конечно же, ссылочки все я оставлю под этим видео, заходите, читайте, английский я не учила, так что вам здесь не прочитаю все на упаковочке, проще зайти на сам товар, на страничку товара, и очень подробно все там описывается, состав в миллиграммах и вся дозировка, все-все-все. Так что заходите, смотрите. Это, по-моему, капсула. Да, я все время хотела именно капсулу, потому что, будьте внимательны, точно такие же витамины есть и в таблетках. Мне кажется, капсулы поудобнее будут глотаться. Так что вот я ждала именно в такой дозировке и в капсулах. Есть еще дозировка 1000 миллиграмм. И еще раз повторюсь, есть и в таблетках, и в капсулах. Классные витамины, все их хвалят. Будем дегустировать. Заказала я их первый раз, сама еще не пробовала, не пила. Так что буду тестировать. Заказала еще вот такие витаминчики. Это для иммунитета, стимулятор иммунитета. Здесь входит витамин С, витамин С, витамин Д, витамин, микроэлемент цинк и еще селен в составе есть. Вся дозировка указана. Витамин С здесь 500 миллиграмм, витамин Д 25 миллиграмм, цинк 10 миллиграмм,
и селена 10 микрограмм. Вот. Употреблять по одной капсуле один раз в день. Здесь 60 капсул. Я уже пью сейчас в процессе. По крайней мере, мне нравится. Это я купила еще родителям и еще родственникам. Так что две баночки, это я не себе, а, как говорится, тем, кого сейчас вам озвучила. Так, ну и что же я заказала? Вот это в упаковочке, это знаете что? Это масла к этому диффузору. Ну давайте посмотрим, что-то вот, смотрите, эти три в упаковке, в мешочках, а вот это без мешочка. Странно как-то. Так, это я уже вижу сразу, что это лаванда. Пузыречки большие, здесь по 30 миллилитров. По-моему, все я такие заказывала. Давайте посмотрим. Вот видите, такая пупырка. Еле распаковала, очень плотно прилегали к друг другу. Что-то пробовала сейчас открыть и боюсь сломать крышку. Конечно, нарисовано, как открывать, но что-то у меня пока прокручивается. Попробую за камерой это сделать. Вот такой большой флакончик. Еще раз повторюсь, 30 мл лаванды. Смотрите, все распечатала еще в такой бумажке. Это эвкалипт. Вот, а этот пузыречек у меня открылся. Понюхала сейчас прям насыщенный такой запах. Теперь осталось испробовать его в деле. Сейчас, конечно, сезон заболеваний, как вы сами понимаете, очень нужная вещь в доме. Обеззараживать воздух в помещении с помощью эвкалипта и других масел. Давайте смотреть, что здесь. Следующее масло – это лимонное масло. Еще раз повторю, все пузыречки по 30 мл. Вот хочу посмотреть, как упакованы вот эти масла. Видите, здесь пупырка, а здесь еще бумага вот такая. То есть, чтобы все было в целости и сохранности, потому что пузыречки стеклянные, чтобы они у нас не разбились. Пока вот распечатал, ни один не разбился, не повредился. Да, и этот тоже целенький оказался. Это масло апельсина. Видите, оранж написано. Так что вот такие 4 масла я купила. Так, и вот такой большой пузырек. Это L-карнитин. Здесь 473 миллилитра. Это я купила ребенку. Смотрите, как он плотно тут запечатан. Не буду распаковывать, потому что там жидкость. В принципе, жидкость, она, как говорится, и в Африке жидкость. 1500 миллиграмм L-карнитин. И вот что это у нас? Декальциум написано, 10 миллиграмм. Вот. Написано, как употреблять. Понятно, что все не на русском языке, вся информация. Но вся русская информация, я говорю, заходите на страничку этого препарата, и будет подробно все там описано. 2022 года годность. Да, флакончик такой большой, я представляла его намного меньше, хотя я и знала его вес. Но вот такой прям большой-большой. Будем теперь тестировать обязательно с Полинкой. Я знаю, что ей в детстве прописывали этот карнитин. Он предназначается при больших физических нагрузках, умственных нагрузках. Многие берут, потому что, видите, это серия спорт. Берут многие спортсмены, у кого большая именно физическая нагрузка. Но у Полинки больше умственная, у моей дочки, потому что все-таки музыкальная школа и основная школа общеобразовательная, плюс сейчас интенсивный рост у нее идет все-таки. Поэтому вот решила купить. Очень жалею, что раньше не знала об этом сайте. Я бы, может, и раньше начала бы ей заказывать
Вот такие вещи, да и себе бы тоже, БАДы не помешали бы. Ну все, давайте распаковывать основную, мою долгожданную, мой долгожданный товар. Давайте быстрее смотреть, что же там внутри. Так, и вот моя коробочка. Давайте ее рассмотрим получше со всех сторон. Все тоже на нерусском языке. Кто знает перевод, может почитать и понять, что же. А нам важна вот эта картинка. Вот так он должен выглядеть. Здесь объем написан 300 мл. 6, что у нас здесь? Вот, не умею переводить, не могу сказать, что 6. Я знаю, вот 6 это, знаете что, это 6 мелодий, наверное. Он должен быть со звуками, сейчас тоже это все проверим. Подсветка есть у него. Ну и сразу внутри нас встречает вот такая инструкция. Тоже все на нерусском языке. Есть таймер включения. Можно поставить на 3 часа работы, на 6 часов работы. Самое максимальное число это 6 часов. И вот наш диффузор. Вот так он выглядит. Нижняя часть под дерево, но это пластик. И вот так он выглядит внутри. Сюда надо наливать водичку, видите, указано максимально, сколько можно, и капать масло. Здесь вот наши кнопочки. Здесь вот есть колесико. Это регулятор. Обязательно включу, когда продемонстрирую, как он переливается различными цветами. Только учтите, что здесь, как вот писали, говорили, что здесь розетка американская. Нужен переходник. Переходник. Так работать он у вас не будет сразу. Так что если нет переходника, купите. И все. И вся конструкция. Очень все просто. Будем теперь пользоваться интенсивно в период холодов. Сейчас все это сделаю, подключу. Обязательно вам покажу в деле, как все это работает. Ну вот наш диффузор-увлажнитель. Посмотрите, как он выглядит в интерьере. Маленький, аккуратненький, очень легкий. Мне очень понравился. Внизу, еще раз повторюсь, все кнопочки. Они такие не очень выпуклые. Вот, все очень просто разобраться. Давайте посмотрим и включим, как все это работает в деле. Это вот уже такие цвета пошли. Разнообразные. Это, как вы видите, пока без... За окном стреляют фейерверки. Это, как вы видите, пока еще у меня нет увлажнителя, я не включила. Включила только одну, хотела сказать, цветомузыку. Один цвет включила. Тут, кстати, можете, знаете, как даже без увлажнителя он будет работать с музыкой и с цветом. Можно увлажнитель без масел включить, просто будет увлажнять вашу комнату. Так что вариантов очень много. Ну и давайте включим сам увлажнитель. Вот зашумел. Не знаю, будет вам видно пар, но я вижу, идет небольшой пар. Сейчас пока без музыки, в такой тишине. Небольшой шум, но я бы сказала, что это бесшумный. Я сюда уже накапала масло лимона,
прям сразу такой насыщенный запах лимона идет. Давайте попробуем с музыкой. Вот это колесико, про которое я вам говорила сбоку, это регулятор музыки. Вот видите, совсем выключила. И вот такая прям сильная-сильная громкость. Это на всю. Очень удобно колесиком регулировать звук. Прибой. Вот такой прибой с водичкой. Это птички. Птички где-то возле прибоя тоже. Здесь уже просто птички. А это вот тоже все я гадала, что это за шум. То ли шум ветра, то ли шум дождя. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за звуки. И вот так выглядит в полной темноте. Так, светильничек. Ну вот, дорогие мои, на такой позитивной и релаксирующей ноте хочу закончить свое видео. Еще раз поздравляю всех с Новым годом, счастья, здоровья и удачи в новом году. Всем пока-пока. Еще раз напомню, промокод оставлю под видео. И здесь тоже напишу вам, пользуйтесь. Будет вам хорошая скидка на заказ от iHerb. Всем пока-пока.